Дорогие друзья, рада вас приветствовать у себя на канале. Сегодня я хочу ответить на некоторые комментарии к своему видео «Медицина в Германии». Некоторые комментарии обсудить и пару вопросов ответить. Получила, в принципе, много комментариев, ну, я имею в виду для моего канала. Различные мнения и критика. И давайте посмотрим. Коротенько хочу сказать свое мнение о тех комментариях, которые бы я хотела именно обсудить. Но в начале видео я хочу поблагодарить всех, во-первых, за то, что комментировали, за то, что не оставились равнодушными к видео, к моей истории, и кто пожелал мне всего самого лучшего, здоровья мне и моей семье. И я хочу вам сказать огромное человеческое спасибо за то, что вы так откликнулись душевно. И на некоторые комментарии, знаете, прям это как-то мне силы придало, какую-то такую энергию хорошую дало, что, в общем, вдохновило меня как-то. Я хочу вас персонально поблагодарить за это. Спасибо вам огромное. Ну и давайте начнем сначала с критики. Несколько комментариев было написано, что много воды, в общем, что нужно лучше готовиться, что если снимаете разговорное видео, нужно получше приготовиться. Вот. Я вот честно вам на душе говорю, что я согласна с вами. Действительно. Видео снимала на эмоциях. Всплыли все воспоминания, и, в общем-то, я поехала, уехала с одной темы на другую, что хотела рассказать, не сказала, очень много пропустила, задумки были, но я не составила план. Теперь, конечно же, я, прежде чем буду разговорное видео снимать, обязательно буду писать план, чтобы не было вот такой вот. Ну, я сама недовольна с этим видео, что получилось немножко чересчур эмоционально, чересчур непонятно. С одной темы перескакивала на другую, тему не заканчивала и переходила к другой теме. В общем, всем спасибо, кто мне критику написал. Я очень хорошо отношусь к критике. Критика, вообще считаю, что это конструктивная критика, она помогает развиваться. Я потом буду стараться свои ошибки исправлять, поэтому все, кто написал критику в мой адрес, тоже вам большое, огромное спасибо. Я буду учитывать. И еще от себя хотела бы добавить, самокритика, так скажем. Еще мне и тон не понравился. Половина видео была еще более-менее хороший звук, а вторая половина видео уже вообще никакой звук. Ну и чересчур длинное видео. Конечно же, никто сейчас в наше время нет у людей столько времени, чтобы уделять его мне и смотреть вот такие длинные видео. Тогда нужно уже лучше было разделить видео на два. Вот. В общем, друзья, все ваши критику приняла. Приняла к сведению. И уже надеюсь, что в следующем видео я всю эту критику внедрю и буду стараться улучшать качество видео. Насчет звука уже могу вам сказать, что я уже заказала микрофоны. И теперь у меня и камера с микрофоном, и телефон у меня. Микрофон вчера получила, уже попробовала. Неплохое качество. Так что уже какие-то первые шаги к улучшению контента у меня налицо. А теперь давайте непосредственно перейдем к комментариям. Ну, тут один комментарий, который я бы не хотела даже вообще комментировать. Но человек пишет, вы засоряете интернет. Она также написала, что долгое вступление, и очень понравилось видео, вы засоряете интернет. Ну, человеку, каждый имеет человек на свое мнение. Вот у нее такое мнение. Следующий комментарий мне очень понравился. Я его даже прикрепила. Он у меня теперь идет первым. Пишет,
зрительница. Я думала, у нас в России медицина плохая, а у вас там вообще дурдом. Я так смеялась. Это правда. Точнее не скажешь. Вот у человека талант. Сразу в двух словах описала всю ситуацию. Вот чего мне не хватает. Я много рассказываю. Значит, дальше пишет следующий комментарий. Следующая зрительница. Значит, болеть в Германии стало страшно. На той неделе были с дочкой в детской клинике. 3,5 часа врача ждали. Домой приехали в 12 часов ночи. И здесь стоит у этого комментария 7 лайков. Значит, люди, которые читали этот комментарий, у них, значит, похожая ситуация была. Действительно, да, как я и рассказывала свою историю, как я с ребенком была. Это еще было в 2003 году, да. А тут вот уже в наше время сейчас. Больница детская тем более. И вот такое. И таких историй рассказывать можно бесконечное количество. Вот следующий комментарий. Это пишет блогер из Италии. Наталья. Мы с ней давно дружим. Каналами. Когда-то давно начинали вместе. Очень приятный человек, мне очень приятно с ней общаться. Мы очень хорошо друг друга понимаем. Вот. Хотя можем общаться, годами не общались, и потом, как ни в чем не бывало, снова общаемся, понимаем очень хорошо друг друга. Вот. Она из Италии. Вот она тоже пишет. По жизни приходилось сталкиваться неоднократно с некомпетентными специалистами. От стоматологов до травматологов. Как повезет, дело случая. То есть это тоже говорит о том, что в Италии тоже не так все просто с медициной. И тоже 7 лайков стоит у этого комментария, так как люди тоже согласны, видимо, тоже. Ну, заходят же люди, когда смотрят, заходят, читают комментарии, если им нравится, они ставят, либо они согласны. Следующий комментарий. Если в больнице нет детского отделения, педиатра, то, конечно, вас не примут. Простой способ узнать, болят ли ушки детей, нужно нажать пальчиком на мочку уха, и от боли ребеночек будет плакать или кричать, если у ребенка болят ушки. В Германии, как и везде, смотря к какому врачу попадешь. Поэтому при выборе врачей лучше посмотреть отзывы в интернете, также и при выборе больницы лучше смотреть тоже отзыв. Также хочу поблагодарить за этот комментарий, очень хороший комментарий, который учит многому, да, как-то вот вроде бы и знаешь об этой информации, что прежде чем кому-то, какому-то врачу идти, что посмотреть нужно лучше, вот как, какие отзывы о враче, также и в клиниках. Вот как-то получается так в жизни, что не всегда об этом думаешь, и вот когда кто-то из близких болеет, просто в голову это не приходит, какое-то такое, знаете, впадаешь в такое состояние, что, ну, вылетает это из головы, что ли. И тем более, вот знаете, у нас сейчас такая вот ситуация с врачами здесь, на нашей земле, я живу в Верхней Швабии. У нас ландкрайс Зигмаринген. У нас тут с медициной... С больницы. У нас закрыли, у нас тут два города, да? В нашем городе вообще не было больницы никогда. Был город, ближайший город от нас, 20 километров, другой 15. И в обоих, значит, в Залга у нас закрыли клинику, больницу. И в Фуллендорфе у нас закрыли больницу. И весь вот наша область, весь наш район ходит, у нас одна осталась больница. Да, ее сейчас расширили немножко, но... Все равно ее не хватает. Все равно не хватает мест. Как вам сказать, вот такое дело обстоит с операциями. Просто такой мне нескончаемый поток. Люди стоят в очереди на операции. Иногда даже операции отменяют, потому что, ну это все понятно. Жизнь идет, что-то случается каждый день. Приходят какие-то нотауфнамы, экстренные случаи, и приходится откладывать операции, оперировать срочно, да, когда уже идет речь о жизни пациента, естественно, да.
Вот. А для кого-то, если отменить операцию, тоже это кто-то считает дни, часы, да, чтобы ему помогли. И тебя берут и отменяют твою операцию. То это что же не дело? Поэтому у нас нет этого выбора, понимаете? Мы не можем выбрать ни клинику, ни врачей. Вот я вам скажу свой короткий пример. У меня ушел врач, мой зубной врач, ушел на пенсию. Вот он отработал в тот год последний, и мне нужно было искать зубного врача. Слава богу, что как-то однажды, когда он был в отпуске, у меня заболел зуб, и я пошла к его заместителю. То есть я была там уже оформлена, на меня была оформлена карта, я была в компьютере, и это мне повезло, что теперь так как тот ушел, и меня взяли там, потому что я уже у них была пациенткой. А я хотела совсем другому врачу. Вот именно я посмотрела отзывы в интернете. Я знакомые мои, да, многие мне рассказывали, что вот этот врач у нас очень хорошая здесь, зубной врач. И я к ней пыталась уже попасть за полгода. Ну, то есть врач мне зубной уже сказал заранее, говорит, подыскивайте врача, потому что я уже ухожу на пенсию. И я занялась поисками врача. И вы же знаете, меня нигде нельзя. Я обзвонила два города к тем врачам, к которым бы я хотела попасть. Меня никто не взял. А везде отвечают одно и то же. Мы не берем больше пациентов. У нас все переполнено, у нас нет возможности брать новых пациентов. Вот так везде отвечают. Поэтому да, не везде это работает. Вот такой вопрос поступил. Куда уезжают хорошие врачи? Какая-то зрительница тоже ответила, что уезжают в Швейцарию. Я согласна, скажу да. Сейчас в основном два направления. Таких основных, самых больших, куда уезжают врачи, это Швейцария и это Соединенные Штаты Америки. Видимо, там им создают какие-то лучшие условия, лучшие контракты, лучшие предложения. Там занимаются, видимо, у них намного больше зарплата, я думаю, намного меньше бюрократии. И хорошие специалисты, конечно же, которые знают себе цену, да, и которые... Не все, конечно, уезжают. Я не скажу, что все, но многие уезжают, врачи. Вот. А к нам приезжают многие по контракту работать. Знаете, вот больница последний раз, чисто случайно заговорила с одной женщиной, оказалось, она хирург, работает в нашей больнице по контракту. И девушка... Ну, чуть за 30, я не знаю, ну, выглядела она так хорошо, не знаю, не скажу, ну, за 30 где-то ей было, и она приехала по контракту, и она из Санкт-Петербурга заключила контракт, как она мне рассказывала. Мы с ней разговорились, она услышала, что я разговариваю по-русски, и подошла ко мне, и у нее был вопрос. Она хотела съездить домой в гости, и вот сейчас же санкции, вот проблемы с переездами. Она вот у меня спросила, не знаю ли я какой-нибудь такой маршрут, где можно, как можно легче уехать в Санкт-Петербург. И вот мы с ней и познакомились, и поговорили немножко. Поэтому и вообще у нас в больнице много очень русскоговорящих врачей. Вот и доченька у меня недавно же лежала в больнице, и тоже мне рассказывал, у нее в отделении тоже было пару медсестер, и врач была тоже русскоговорящая. Ну, вот это самые такие, да, ходовые направления. А так, конечно, по Европе разъезжаются. Раньше я знаю, что в Канаду многие уезжали, но сейчас в Канаде тоже с медициной похожая ситуация, как и у нас. Поэтому в Канаду уже мало кто сейчас уезжает. Ну, в основном тут по Европе, да, в Австрию, Швейцарию.
Куда еще? Где тут более-менее такие страны еще есть? Ну а у нас специалисты, да, они в основном тоже ближние, вот наши соседи. Румыния, Чехия, Болгария, Круация, Словения, Словакия. Ну, в общем, многие, ну, потому что они здесь, им выгоднее к нам приехать, потому что они здесь получают больше, чем у себя в своей стране. Вот. Слава богу, что они приезжают действительно, а иначе бы здесь уже давно коллапс наступил без них. Так, и следующее. Ну, а вообще, конечно, в Америку много уезжает сейчас, наверное, думать. Ну, я не знаю, как в Америке с этим обстоят дела. Про Америку вообще очень мало знаю, поэтому лишнее говорить не буду. Еще вот один комментарий касается моей мамы, где я рассказывала, когда я ее нашла, что у нее немножко увело рот, да? И я предположила, что у нее инсульт был. И вот мне тоже зрительница пишет: рука не поднимается, рот даже чуть на боку или уголок рта опущен, заикается или совсем не может говорить. Это признаки инсульта. Об этом должен знать каждый, даже школьник. Да, я согласна с вами, это действительно так. Но вот в тот момент я этого почему-то не поняла. Почему, я не знаю, объяснить не могу. В принципе, но это же понятно. И мы сразу же, конечно же, начали вызывать скорую, но скорая не поехала. Мы сказали, есть такая специальная служба, но это, знаете, они сами тоже приезжают, санитарная такая машина, типа скорой помощи, и она увозит человека в больницу, так как мама в тот момент уже лежачая была, мы ее в машину посадить не могли. И вообще боялись ее трогать, и нужно нам было ее транспортировать в больницу. И поэтому, как я тоже так в том видео толком не объяснила, а для того, чтобы ее транспортировать туда, мне нужен был такой шайн, рецепт на эту машину. И мне пришлось ехать к врачу, брать этот рецепт. Мой врач был в отпуске, мне пришлось идти к заместителю, который замещает его на это время, пока наш домашний врач в отпуске. Там я ждала часа полтора, пока меня приняли, ну и этот рецепт получила. Машину мы вызвали и маму транспортировали. И еще вот один комментарий от нее, я бы хотела зачитать, мне он очень понравился. Родным и близким нужно друг за друга в любой стране стоять перед врачами. Это уже везде жизнь такая. Человечные врачи закончили в 20 веке, а может быть и раньше. Согласна с автором, что действительно такая жизнь наступила, что нужно за свою жизнь бороться, за своих родных бороться. К сожалению, это вот такая реальность у нас сейчас. Ну и хотелось бы на какой-то хорошей нотке закончить свое видео. Еще раз хочу всех, мои дорогие, поблагодарить вас за участие, за сочувствие, за комментарии, за лайки, за подписки. Огромное вам спасибо. Буду заканчивать на этом видео, чтобы опять не наболтать лишнего, не налить воды, как говорится. Оставайтесь все здоровыми, пусть ваши близкие и вы как можно реже сталкиваются с врачами, и как можно реже ходят к врачам, хорошим ли, плохим ли. Врачи тоже разные бывают. Невозможно сказать, что все врачи плохие. Есть, попадаются очень хорошие люди. Поэтому желаю вам только попадать к таким врачам. И на этом хочу попрощаться с вами, мои дорогие зрители. Увидимся, я надеюсь, в следующем видео.
Всем пока!